Иногда меня просят, но я, наверное, не буду больше там как-то там соглашаться, а именно просят, чтоб я там провел через голодание, через то, через все. Вот. И при этом, когда наступают решительные моменты, там, через очищение, голодание, я уже этим особо не занимаюсь. И все, что вы здесь видите, это я сразу же рассказываю, что тот там через голод проходил, но человек этот там проходил, и то, и все, и что там у них получалось. Так вот, был один голод, я Андрея, значит, вел, то есть все, потом бах, неожиданно сам выходит. То есть, когда наступают моменты, когда надо стиснуть зубы, проявить волю, напрячься, грубо говоря, потому что вы лицом с лицу начинаете встречаться именно с вот этой вот, с этими болячками. И не просто с болячками, а вы встречаетесь на физическом уровне с болячками, которые начинают, допустим, отторгаться, а на тонком уровне, во снах, вы встречаетесь с представителями этих болячек. Вот. И вместо того, чтобы пройти и все это дело, значит, от себя оттолкнуть, избавиться от этого, сдаются. Вот на первом голоде так вышло. Потом как начал там, то есть, то все есть, то пятое, то десятое. То есть опять-таки, не слушая, что, что и как, знаете, абсолютно голова, знаете, не работает. Хотя вроде люди достаточно умны, образованы, но не в этом деле. Ну просто не в этом деле. Вот это большая разница. Человек может быть образованный, умный, все так, 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 так. А вот как дойдет дело до, значит, самоисцеления, работы с самим собой, вот тут он, грубо говоря, никто. Так что первый раз, значит, начал там выходить, я об этом там рассказывал. Короче, неприятности. Получил, что проблемы там что-то там и с желудком, и с почками, и все такое. То есть до голода этого не было, а после того, как он стал выходить из голода, получил. Ну вот он решил опять поголодать. И я ему сказал: так, Андрей, без меня не выходить. Не выходить, отчет присылать, все это так далее. Ну, он молодец там. Не так, как Эдуард, делал отчеты и утром, и вечером. Но тем не менее, сделал отчеты, и вот все дело шло. Голодание, значит, это самое, шло, знаете, вот, пока где-то первые 15 дней организм входит вот в этот вот режим, чтобы лицом с лицу встретиться с этими, со всеми болячками, значит, все нормально, хорошо, и силы есть, и то, и все, и пятое, десятое, так. Но вот потом, когда, знаете, наступают вот эти кризисные явления, когда тут сейчас отнимаются силы, потому что жизненная сила организма начинает бороться с вот этой вот патологией, с этими болезнями, их выковыривать. Человек слабеет, значит, у него и настроение там ухудшается. Это все нормальное, нормальные вещи, через которые просто-напросто надо пройти. Но я ж подбадриваю, давай делай все то, все, пятое, десятое. Вот, и как раз приснился знаковый сон, знаковые сны перед, как бы сказать, сначала события происходят на тонком уровне, то есть и сон, как правило, об этом говорит. А потом это все начинает воплощаться уже через день, два, три, там, ну, обычно где-то день-два. На материальном уровне. Вот приснилось ему, что он там, какая-то там, вернее, на него напали негры. А, сразу же я подчеркну. Во всех вот святых писаниях нечистая сила, она предстает в виде эфиопов. Ну, внешне. Это не обязательно они.
То есть вот в виде, показывают в виде черной отрицательной силы. Вот, и с этой отрицательной силой, значит, там пошел у него бой, то есть все пятое, десятое. И, кстати, во сне он сбежал. То есть он не побил их, а сбежал. И говорится, и что вы думаете? И вот настал 20-й день, настал 20-й день, и вот он пишет, вот он уже купил в магазине, значит, сок сельдерея, сок морковки, купил морковку, остаток дня провел в постели, ничего не хотел делать. Естественно, вы вообще, если собрались что-то серьезное такое делать, то у вас должно быть время свободное, которое бы вы посвятили себе, любимому. Более того, вы вкладываете, инвестируете в себя, любимого, с целью, что вы будете стать еще более здоровым, и это поможет вам, грубо говоря, и в материальном плане там заработать и прочее, прочее. То есть инвестиции в себя. Вот, в постели ничего не хотел делать. К этому надо быть готовым. Особенно в дни обострения. Вечером поставил клизму, вышла черная плесень, высылаю фото. Вот она, какая вышла эта плесень. Это нечто, можно сказать, ужасное. То есть голод за 20-е сутки, он все-таки прекрасно сработал, прекрасно начал вести работу. То есть он только создал, грубо говоря, плацдарм для наступления и двинул первые войска, которые сразу же погнали неприятеля. О! Смотрите, сколько тут вышло, ё-моё. Причем такой, знаете, слизи, это о-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Как-то я, знаете, вот сталкиваюсь как бы с людьми, вот так, ну, в смысле с вами. И некоторые там, допустим, пишут, да, какая-то может быть слизь, что там, какие-то может быть шлаки в организме. Организм – самоочищающая система, да-да-да-да-да-да. Так, ничего тут такого не должно быть. Да, организм – самоочищающаяся система, но в то же время, а вот это откуда? Несмотря на самоочищение, получается, что там такое накапливается. А если имеется какая-то плесневая, скажем так, патология, патос – это страдание, то есть плесневое там заболевание, типа грибница, там еще что-то, это вообще что-то такое. Толку в каком-либо лечении, допустим, вот есть, знаете, вот я все там для себя разбирал, вот, допустим, иглоукалывание. Ну что, хорошо, иглоукалывание, да, вроде тут гоняет это самое. А вот это вот она выгоняет, как она была, там и останется. Ну и другие виды вот всего этого лечения без противопаразитарки, они какие-то, знаете, однобокие. Что-то они, да, могут сделать, но того, что человек ожидает, без вот этой вот работы ничего не будет. А сделал только вот эту вот работу, выгнал вот эту вот плесень, грибницу и так далее, все заработает само собой. Вот тут-то и проявится эффект самовосстановления. Так вот, вот это все заработало, начало выгоняться, и, пожалуйста, тут вот это еще патология, которая начинает выходить. Она, грубо говоря, не глупая, это мы против нее глупцы, а ее зараза, а ее задача выжить любой ценой. Она воздействует на сознание и так далее. И начинает все что угодно шептать человеку, да ты что, уже нормально, выходи 20 дней, его, а я же вижу, да ты что, я тебе запрещаю выходить, давай-ка этот самое, продолжай. То есть создались условия, и сейчас погонит все это. Грубо говоря, ну, дней 10 усиленной вот этой работы будет, а потом уже не так. По крайней мере, вот эта вот грибница там в себя выйти.
пишет, то все, 5-10, вот отчет о второй половине первого дня там выхода, так-так. Я уже выхожу из голодания по нескольким причинам. Надо делать работу качественно. На моей работе голодание чуть понижает работоспособность. В следующий раз дольше поголодаю. Да не будет следующего раза. Там, дольше поголодаю. Во-вторых, я по субботам хожу в автошколу на голоде. Все это делать чуть тяжеловато. Я забросил дела по инвестированию в недвижимость. Голодание – это инвестиция в свое будущее, в свою будущую, здоровую, прекрасную и даже сытую жизнь, если там на то уж пошло. Богатую жизнь. Это ваши инвестиции. Если вы вот этого не понимаете, и вот эти вот вещи, там, автошкола, там, плохое самочувствие, и вы там не можете что-то там качественно работу делать и так далее, лучше этим делом не заниматься. Потому что вы только, грубо говоря, стронули вот эту вот болезнетворную вот эту вот патологию, которая у вас в организме. И организм настроился на то, чтобы это все выбрасывать из себя. А вы тут ему только, знаете, стоп, машина, задний ход. Он не поймет вас, что ему делать. И в следующий раз, а это уже второй раз повторяется, в следующий раз он вообще не будет реагировать на это. А он подумает, так как-то мне там, знаете, вот этот голодненькие дни там пережить, да потом ему дать команду в сознание, чтобы быстренько выходил, все нормально, все хорошо, да и так далее. То есть вы об этой стороне вообще не задумываетесь. Пару раз сорвал вот этот вот процесс нормальной работы организма по выведению патологии, по нормализации самого себя, вы его можете в следующий раз особо и не запустить. Это как люди, которые несколько раз там, знаете, сбрасывали вес, потом его набирали, сбрасывали вес, набирали, а потом они уже и сбросить не могут. Вот этот тот феномен. Поэтому, если вы что-то беретесь делать, я уже говорил до этого, то надо доводить это до конца, логического конца, чтобы вы получили от этого массу пользы и удовольствия. Для этого надо и время выбрать, а не так-то с бухты-барахты. И примерно понимать, что с вами случится, в случае чего. А так, поэтому у меня, как бы сказать, ну, я понимаю, у каждого человека своя жизнь, свои, будем говорить, приоритеты и так далее. По крайней мере, тогда, что вы меня тут это самое просите, то все, 5-10, что-то сделать. Книги есть. Примеры есть, берите да делайте. Вот она, школа лежит перед вами. Вот, а я пойду дальше. У меня интересные перспективы, очень интересные. Несмотря на то, что мне уже пошел 70-й годик, да, с учетом зачатия. Вот так-то, выходим из голодания и все. А зачем мне входить было? Только дойти до самых нужных вещей и выходить. Если б судьбу знали заранее, что меж дождей встретимся мы, я бы пришел к вам на свидание за полчаса до болезни.